Я готовился к причастию и просто пришло сказать и напомнить о том, что Иисус Христос в определенный момент Он сказал: «Кушайте мою плоть и пейте мою кровь». И для всех это, конечно, даже для его учеников это прозвучало очень странно. И ученики сказали, какие странные слова он говорит. Ну, вы знаете, сегодня я вот просто как бы свел вот эти два места, где в Евангелии от Иоанна написано о том, что закон, он пришел через Моисея, а благодать и истина, они пришли через нашего Господа Иисуса Христа. И вы знаете, вот в моем представлении, когда эти слова, когда вот эти места из разных Евангелий соединились, я просто увидел о том, что плоть и кровь Иисуса Христа – это как прообраз той благодати, которую Он принес на эту землю, потому что написано, благодать пришла через Иисуса Христа. И Он есть сама истина, Он есть путь, истинная жизнь. И Он говорит нам буквально о том, что кушайте каждый Божий день. Мы же 3 раза в день питаемся, правильно? Кто-то 4 даже. Но кушайте истину, которая есть Иисус Христос, читайте Божье Слово, молитесь, да, вот, общайтесь друг с другом и пейте Его кровь, которая есть благодать. Вот благодать принес также на эту землю наш Господь Иисус Христос. И мы сегодня вот именно это будем вкушать, как прообраз Его кровь. Это благодать Христова, Его плоть, это Его истины, которые иногда бывают твердыми истинами, да, иногда мягкими, но они как бы по возрасту выдаются, Бог сам знает. Поэтому я сейчас предложу помолиться пастору Андрею за плоть, за тело Иисуса Христа. Потом пастор Роман.